В Турции будут открыты новые месторождения природного газа. Об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дönmez заявил Haber Global. По его словам, в настоящее время продолжаются работы как в Черном, так и в Средиземном морях. Начатые поисковые работы и на новых участках, осведомил турецкий министр. Фатих Дönmez также отметил, что скоро население Турции сможет пользоваться собственным голубым топливом и анонсировал выход через неделю хороших новостей. По информации министра, цены на газ будут доступны финансово гражданам Турции. Также глава ведомства заявил, что сотрудничество Турции и Азербайджана в области природного газа, нефти и электроэнергии будет продолжено. Мы сдали в эксплуатацию газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, трансадриатический трубопровод. Затем ТАНАП направляется в Италию через Грецию. Таким образом, у нас есть доступ к рынкам. По дороге сюда позвонил мой дорогой друг Парвиз Бей, министр энергетики Азербайджана. И мы обсудили ситуацию с проектом газопровода в Нахчеван. Мы также сотрудничаем с Азербайджаном в области электроэнергетики. Сотрудничество по всем направлениям будет продолжено. Ранее турецкий министр сообщил о новом сотрудничестве с Азербайджаном. Так, государственная нефтяная компания «Сокар» Азербайджана и госкомпания по управлению трубопроводами и торговлей нефтью и газом Турции «Боташ» создали новую структуру для поставок газа в Европу. Ожидается, что Турция станет центром газовой торговли. И Баку также поддерживает Анкару в этом вопросе, добавил Фатих Дönmez. В настоящее время Турция получает газ из России, Азербайджана и Ирана. Часть этих объемов расходуется на внутреннее потребление, часть реэкспортируется в последующем в Европу. Сейчас сложилась такая ситуация, что любое увеличение поставок от любого из этих крупных поставщиков в сочетании с тем, что Турция сейчас сама вводит достаточно крупное месторождение на шельфе Черного моря, приведет к тому, что газовый баланс Турции станет профицитным, то есть предложение на этом рынке станет намного больше спроса. Соответственно, на этом рынке формируется у нас новый хаб, и хаб этот заведомо, да, тот, где предложение превышает спрос, то есть цены на таком хабе будут сильно ниже европейских, что, соответственно, выгодно в первую очередь самой Турции, которая будет получать газ относительно дешево, по крайней мере, точно дешевле своих соседей из Евросоюза. С другой стороны, самому Евросоюзу, который получает точку непосредственно вблизи своих границ, где газ стоит относительно недорого. Азербайджан здесь может выступить таким как раз-таки источником своего потока.